Вот, приехали, забираем кошечек. Кс-кс-кс. Поедем в... не Венёв, а... Вот здесь рядом, как она называется? Где улица Артема, а город, ну, сейчас соседний город, как. А, Узловая, наверное. А, в Узловую, да, наверное, Узловую. Откуда эти кошечки? По одной глазке прям гной течет. Я ее искупала, конечно. А, там плохи половина, там очень много плохо, они половину убили за ночь. Тогда поехали, давайте грузить их, поехали. Да, но она бегает шустренько так. Привет. Привет, одна, и там вторая. Вот там тоже с ней. Один здесь или одна? Один. Не, одна девочка. Мне кажется, супер бардаш. Все, поехали в Москву. Ехать сейчас 3 часа еще. Вот. Дай бог проскочим, все быстро едем в Завет. Возраст той тоже ей неизвестен. Тоже здесь язва, тоже, скорее всего, калицивероз. Но он уже, видимо, переболел в более легкой форме. Зубов уже кто-то тебе порвал. Неизвестно, чем ты там питался. Не зубной камень, гингивит. Вообще три зуба, если он осталось. И зубы. Зубы тоже плохие. Гинги вид есть, и зубной камень хороший. Сейчас я попрошу дерматолога лучше глянуть, потому что она сегодня, кстати, работает же.